Югорские парламентарии соберутся впервые в этом году. Сегодня состоится 6-е заседание окружной думы 7-го созыва. В повестке 25 вопросов. Ключевым станет отчет председателя думы Бориса Хохрякова о работе парламентариев в прошлом году. Кроме того, думцы обсудят план на текущий год. Рассмотрят ряд вопросов финансовой направленности. В плане также пункты, которые касаются опеки и попечительства. Мы рассмотрим вопросы о внесении изменений в наказы избирателей. Будут внесены поправки в законы о туризме, о образовании. И также будет рассмотрен ряд информации. Информация о работе Счетной палаты, информация о работе прокуратуры за прошлый год, информация о работе Управления внутренних дел автономного округа за прошлый год. Поэтому вот такой достаточно большой аспект работы, который мы проведем сегодня.